Руководителя Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Сергея Михайлова наказали за бездействие. Ведомство выявило нарушение в деятельности одной из компаний, но для их предотвращения ничего не предприняло. Деятельность БАМу Росприроднадзора у нашей телекомпании уже давно вызывает серьезные вопросы. Структура на поверку оказалась чрезвычайно закрытой. Оперативные комментарии по поводу нарушений гораздо проще получить у силовых ведомств, чем у этого контролирующего органа. С прессой в БАМу общаются только через официальные запросы, ответы на которые приходят тогда, когда они уже для оперативных сюжетов не актуальны. Мы несколько раз пытались получить от главы управления Сергея Михайлова хоть какую-то информацию, но на рабочем месте не застали чиновника ни разу. Во время наших звонков он постоянно оказывается в отпуске. Вот, например, последняя наша попытка получить комментарий по поводу сброса териберским отелем «Кедр-Грасс» канализации прямиком в Баренцево море. Михайлов Сергей Владимирович сейчас находится в отпуске до конца января. Ага, до конца января. Я понял. А заместителем его может быть? Да, есть временно исполняющий обязанности Чернятева Елена Сергеевна, но она сейчас на совещании. То есть вы, если с телевидения, да, это телевидение же, правильно? Да, телевидение. А вы письменный запрос пишите на нашу официальную почту и получите письменный ответ. Ага, я понял. Ну, обычно это долго так происходит всегда, нам бы вот оперативно как-нибудь это... Ну, давайте я запишу ваши контакты, я ей передам информацию. Вот вы сейчас, к сожалению, она не сможет с вами переговорить. То ли везет нам так, то ли очень сильно утомился человек за время руководства. Но создается впечатление, что работать господину Михайлову некогда. Как оказалось, БАМу все же что-то делает. Например, проводит проверки и выявляет нарушения. Вот только в результате выявленные нарушения не всегда пресекаются. В рамках проверки специалисты Росприроднадзора установили, что допускаются нарушения этой проектной документации, которая изначально прошла экспертизу. Значит, эти нарушения были положены в основу акта проверки, но вместе с тем акт проверки не является у нас документом, который бы обязывал юридическое лицо предпринять какие-либо действия. То есть акт проверки — это исключительно документ, как бы оканчивающий проверку, констатирующий в целом все обстоятельства, которые были установлены в рамках проверки. Законодательство обязывает органы контроля надзора в случае выявления нарушений законодательства по итогам проверки выдать лицу предписание. Никаких предписаний юрлицу БАМу Росприроднадзора не выдавал. Получается, просто констатировал факт нарушения. Но для его устранения ничего не предпринял. По этой причине в отношении Михайлова возбудили дело об административном правонарушении. Собственно, эта статья предусматривает ответственность должностных лиц органов контроля надзора за невыдачу предписания. Вот, значит, данное административное дело уже было рассмотрено, и судом принято решение о привлечении виновного лица к административной ответственности. У Сергея Михайлова эта статья первая, поэтому суд решил вынести ему только предупреждение. Но не исключено, что в деятельности БАМу могут найти и другие подобные нарушения. Как сообщили нам в природоохранной прокуратуре, внимание к сфере государственного контроля и надзора в Мурманской области теперь будет повышенное.